С весной, дамы и господа, леди и джентльмены, и Оришка на рыбалке, поплавочной. Видно поплавок? А в каком месте, догадайтесь сами. Да, божественном, церковном, уникальном месте. Впервые я тут рыбу ловлю. На велосипеде часто проезжаю, отдыхаю здесь. Вот так вот. А сегодня решил попробовать. Советовали рыбаки, знатоки рыбалки Винничины. Церковное озеро. Утки здесь, лед слегка еще есть. Ночью было минус 2, минус 1, но сейчас 0, возможно, уже и на плюс 1 тянет. Около получасика, 30 минут ловлю, ни поклевки. Мотыль оставался. Ну, думаю, надо проверить, что время зря терять, да? Глубина здесь, да, до 2 метров, так я меряю удочкой, поплывком. Стоять небезопасно, вот тут на краю пропасти, так сказать, да. Ну и здесь влажно все. По-зимнему еще весна потихоньку вступает в свои права. 1 марта сегодня, среда. Вот интересно, да, будет ли здесь поклевка? Есть тут рыба, разводили, прикармливали, слышал я также. Но будет ли клевать, это еще другой вопрос, да. Может рыба есть, а клевать не хочет или не будет. Примчался на ровере сюда, видео посмотрите, уже с новой камеры, так попробовал снять. Закрепил ремнями на руке. Стабилизация была включена, 4К режим, 30 кадров. Я думаю, что что-то да и получится. Да? Ну и посмотрим, я думаю, в одном фильме все. Вот так рябит, вот так вот видно, да, хорошо. Хорошо, если что-то произойдет, обовязково покажу. Пока настроение нормальное. Никто меня здесь не тревожит. Тихо, спокойно, безветренно. Тут так чуть-чуть затишно оно. Ну, и я напыжился, хорошо оделся, с папулей погуляли. Все нормально, папуля отдыхает, поэтому я могу себе позволить. Папа меня отпустил, отпускает. Я спрашиваю, все как должно быть. И перекусили, покушали. Папа, хорошо, я перекусил, и с удовольствием, думаю, пора бы уже что-то новенькое, да, посмотреть, попробовать. Хорошо, дорогие, будьте мне здоровы и счастливы. Горишка, место Винницы, фронт Украины, с любовью и душой всегда для вас. Из божественного места рыбалки. А, красота. И с весной. С весной, весной, теплой, хорошей. Счастливо.